Балдею просто от того, какое освещение на балконе. Блин, как здесь клево, как здесь все видно. Волосы высохли. Спала с мокрыми волосами. Сняла влог, сходила, загрузила его к соседке. А, легла спать, разбудил телефонный звонок. Интернет приду чинить сейчас. С 7 до 8 на индивидуальных условиях после конца рабочего дня. Вот так вот. Время уже 7 час. Хочу дойти до мусорки. И дождь, то идет, то не идет. Выбросить кое-какую упаковку. Окно оставлю открытым. Как малышку мою будут звать? Как ее будут звать? А, подожди, брови надо сделать. Чуть-чуть нужно оформить брови. Слушайте, как клево, когда короткие волосы. Вообще. Дождь опять пошел или что? Похоже, дело опять дождь пошел. Чуть-чуть придадим цвета. Это старая тушь для тех, кто не в теме. Старая тушь. Я сейчас ей пользуюсь как для бровей. Чуть-чуть цвет придает и расчесывает. Угу. А еще раз, девчонки, хочу вам показать, что вот эта вот тушь Чикаго очень крутая. Очень. Девочки, если вы ее купите, вы не пожалеете. Так, малышка моя. Еще никак ее не назвала. Малышка моя. Так, все. Выходим. Оставляю здесь все вот так вот. Ну, короче. Хуй пойми, что тут творится, да? Подоконник грязный. Блин. Так. Вот здесь освободила место, чтобы подошел мастер и был доступ к этим всяким проводам, ко всякой этой херне. В общем, раскрыла еще одну покупку, посылку вернее. Это ивановский трикотаж, тоже будет обзор на моем канале. Вот 4 модели. Василечек пришел, целый большой тюк. Так, собственно говоря, я сейчас пойду до мусорки, вот. Выбросить коробку. Вот тут вот упаковка, еще второй пакет полиэтиленовый. Все, иду. Иду, в общем, на мусорку. Вот видите, вот в тень зашла. Сразу же какое лицо стало, да, ужасное. Все-таки освещение очень имеет значение. Ну вот нахрена снимать в квартире, если вот сейчас время ровно 7 часов. Смотрите, со светом будет вот так вот. Но это фигня, вы понимаете, что это фигня? Ну вот, к примеру, смотрите. На балконе шикарно просто. И вот здесь. Отошла уже, ничего не видно, да? Так, кстати, это что у меня? Машинка стирается без этого, без конца, без края. Просто без конца, без края. Одно сохнет, второе... Так, это счетчики у меня. Вот эти вот счетчики я относила в ЖЭУ, копии снимала. Сейчас нужно положить все вместе. Вот, представляете, вот эта вот бумажка стоит 500 рублей. Вот вот. Ну и поверка сама. Так. Вот здесь у меня лежат счетчики. Вот, договор купли-продажи сегодня забрала. Так, это что? О, секундочку, кто пришел? Секунду. Иду. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Ох, какие вы молодцы. Ох, проходите, пожалуйста. Я там проверил. А что там? Не там обрыв? Нет, это у вас. Проходите, пожалуйста. Проходите. Мастер. А, проходите, здесь вот в комнате. А я, вот мы с вами разминулись с 7 до 8, я думала, вы мне по предварительному звонку. Я хотела дойти до мусорки. Как хорошо, что не ушла. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Стул могу дать, все, что хотите. Мастер пришел.
Слушайте, Игорь, спасибо вам большое, что вы отреагировали вовремя. Там, за телевизором. Он двигается, пожалуйста, делайте так, в другую сторону тоже поворачивается. Можете за розетку отключить лучше, чтобы вас не дернуло. Не дерни. Громче. У меня просто сегодня истерика началась от того, что нет интернета. Я думала, я сдохну. Просто это... Что случилось? Я даже нарушила. У меня провод-то, знаете, что он под этим, под плинтусом? Вы со стремянкой подготовились? Так, договор. Да? Куда я знаю? Не подтянуть его никак не будет. Потому что я тут. Наверное, аппарат. Дерните плинтус, достаньте его, нахер он нужен. Этот кабель-канал. Вот прям вот как нужно, так и делайте. Мне главное, нужен интернет. Так, вот это мне справка подтверждения. Заявление на открытие счета. Это что? Я покупала доллары. Это тоже это по долларам. Это все по долларам. Все выброшу. Так, все на мусорку. Как хорошо, что я не ушла, а? Почему-то я подумала, что вы приедете чуть позже. Хотя, знаете, максимум ушла бы до пятерочки и до этого. Да я уже тут минут 10. Да вы что? А у вас не было, да, телефона там моего? Не, я просто в подъезде проверял. А, в подъезде проверяли. Так, заявление. Заявление-то. Это МФЦ заявление. Договор купли-продажи. Это документы на квартиру. Это продажа. Это МФЦ. Так, это нужно сохранить. Поэтому нужно отчитываться еще в налоговую. У меня, если честно, он даже ночью плохо работал. Может, проблема в коннекторе. Чего у них? В коннекторе в этом проблема. В каком коннекторе? Ну, вот. А, да вы что? Я ее, знаете, много раз так вот дергала. И, наверное, я сама ее и сломала. Я все заплачу, сколько скажете, я все заплачу. Главное, мне все это направьте. Это... Ну, смотрите, просто... Под натяжением для комнаты. Ничего не понимаю, ничего не знаю, ничего знать не хочу. Хочу, чтобы работало и все. Так, справка. Кстати, надо позвонить в этот, как он, на станцию переливания крови. Когда мне там значок дадут? Когда мне дадут значок, как его, донора почетного? Это вот я храню. Так, храню. Вон плюс. Может быть, вам стакан воды? Нет, спасибо. Стул? Садитесь на стол, если что. Хорошо, я все приготовила.